Всем привет, друзья! Сегодня в нашем видеоролике мы затронем одну очень важную, интересную и полезную тему. А именно, катание на велосипедах. Польза от велопоездок. Сегодня я вам расскажу, насколько это круто, классно и это очень-очень нужно всем вам, в том числе. Катайтесь на велосипедах и получайте удовольствие от просмотра моего ролика. Итак, поехали! Польза от поездок на великах. Итак, начнем перечислять, чем же так хорош велосипед и езда на нем. Конечно же, настроение. Оно будет замечательным. Сели на велик, погнали, обо всем забыли, никакие проблемы вас не беспокоят, настроение только на плюс. Особенно покрутите педальки, разгоните кровь, и настроение поднимется. Еще один немаловажный момент, касаемый велосипедистов и тех, кто хотя бы иногда на велике катается, это мужская сила. Да, ребята, мужская сила у велосипедистов больше, чем у людей, которые особо спортом не занимаются, на великах не катаются. Вот, видишь? Нет, мы не про эту силу, мы именно про мужскую силу. В тазовую часть, скажем так, попадает больше объем крови. Ну и, в общем-то, желание жить дальше, интересоваться девушками и все такое усиливается. Поэтому для профилактики, скажем так, различных заболеваний, касаемых мужской силы, велосипед – это средство номер один. Катайтесь на великах, и у вас будет очень-очень много мужской силы. И наш следующий пункт, позитивчик для велосипедистов – это профилактика варикоза. Те, кто гоняет на великах, они не страдают варикозным расширением вен. Так что, если у вас стоячая работа и проблемы с венами на ногах, то поездки на велосипедах, в общем-то, венки эти помогут устранить. А еще один немаловажный момент – это для тех, кто собирается рожать детей, для женщин. Велосипедистки испытывают гораздо меньше проблем и осложнений при родах. И также у них, соответственно, рождаются дети с меньшим количеством осложнений, чем у обычных женщин. Поэтому, если не рожали, перед родами обязательно гоняйте на велике. Ну, не перед самими родами, а за год, за два. В общем, укрепляйте здоровье, и у вас все пройдет легче, чем у всех остальных. Следующий позитивчик для велосипедистов – это сердце. Велосипедная езда укрепляет сердце. Поездки на велосипеде на 50% снижают вероятность инфаркта, потому что ваша сердечная мышца тренированная, ваше сердце больше, чем обычных людей. Большое сердце – это круто. На великах, друзья, можно заехать в разные интересные, красивые места. Если, кстати, вы собираетесь похудеть, то велосипед вам этому очень сильно поможет. А еще на велике классно устраивать пикник. Что мы сейчас и сделаем. Это немножко будет препятствовать нашему похудению, но силушки надо поддерживать. Нам еще далеко ехать. Поездки на великах улучшают иммунитет. Велосипедисты реже болеют гриппом. Ну и другими простудными заболеваниями. Мимо стрельбища будем проезжать. Кто-то тренируется. Я думаю, вам хорошо слышно. Серьезно. Самое главное, не заехать по какой-нибудь лесной тропе на линию огня. Это прям война какая-то в лесу, ребят. На самом деле это 106-я дивизия тренируется.
Гвардейская. Езда на велосипеде, ребята, улучшает аппетит. Это тоже плюс. Смотрите, какая красота. Это все мы сейчас будем кушать. Для тебя одного? Нет, это для нас двоих. Так что, если у вас проблемы с аппетитом, то после поездки на велосипеде этих проблем уже не будет. Голод к вам придет семимильными шагами. Пикник на природе. Пешком вы далеко, может, и не дойдете, а на велике запросто. На машине тоже можно, но неинтересно, не полезно. На велике вы еще и экологию не портите, и здоровье себе укрепляете, и не отравляете атмосферу, в общем-то, практически ничем. Про что я говорил? Невероятный аппетит, зверский. Когда едете где-нибудь по лесной тропе, то, в общем-то, очередной плюс поездки на велосипедах – это единение с природой, ваше психическое состояние улучшается. Вот это хорошо, это разгрузка. А еще крутить педали на природе гораздо лучше. Ой, так, о, стоп. Солдаты стреляют. А еще крутить педали на природе лучше, чем нюхать пот соседа в тренажерном душном зале. Да, может быть, у вас хорошо кондиционируемый тренажерный зал, и потом ни от кого не пахнет, и все такие свежие, ароматные и замечательные. Но все равно на природе лучше. Просто посмотрите. Какая красота! Обалденно! Поездка на велосипедах – это та же самая тренировка для довольно-таки большого количества мышц тела. То есть у вас работают икры, квадрицепсы, немного ягодицы, мышцы пресса, а также мышцы рук. В общем, нагрузка хорошая. Кровь разгоняете. Это большой-большой плюс. И бонусом ко всему этому свежий воздух на природе. В частности, где-нибудь в лесу. Можно, конечно, и по городу кататься на великах, но гораздо приятнее это делать все-таки на природе. Поездка на великах – это еще и приключение, ребята. Ну-ка, отходи. Лисички? Нет, отходи. Да, какие грибы. Это приключение. Всегда можно что-то интересное найти. Вот вы отвлекаетесь от проблем, оставляете свою работу, весь этот геморрой и прочие заботы где-то там. Но точно они не здесь, не с вами. Еще один очевидный плюс езды на велосипеде – это, ну, в отличие от того же самого бега, гораздо сложнее здесь получить вывих. То есть, ну, его практически невозможно получить. То есть, бегая, человек легко может подвернуть лодыжку, вывихнуть ножку и, в общем-то, потом страдать от этого. На велосипеде, как я сказал, сделать это непросто. Есть, конечно же, у поездок на велосипедах и минусы. Один основной – это колени. Ни в коем случае нельзя неразогретым садиться и на низкой передаче давить в горку. Вот у нас была, в частности, ошибка в прошлом. Недалеко от моего дома, где-то порядка в 500 метров, находится гора высокая, крутая. И у нас была такая с детства традиция или привычка на эту гору запереть. То есть приложить все усилия, поднапыжиться и затянуть на горку. Вот, это большая ошибка. Если в детстве, в общем-то,
ничего страшного, то с возрастом это страшно, потому что неразогретые колени, вы просто убьете суставы. И спустя некоторое время мы начали замечать, что коленки у нас начали побаливать. Это вот как раз из-за того, что мы затягивали на гору. Поэтому всегда разогревайтесь перед поездкой на велосипедах, а лучше езжайте на высокой передаче, крутите почаще педальки и, в общем-то, грейте ножки. Небольшой лайфхак. Катаясь на великах, пейте много воды. Как можно больше обычной воды, никакой не газированной. Воды нужно много, она охлаждает сердце. Плюс, пока вы едете, вы теряете минералы, потеете. В общем, нужно восполнять запасы жидкости в организме. Поэтому у нас всегда с собой как минимум 3 шейкера. Но лучше больше. Лучше вернуть воду домой, нежели совсем остаться без воды. И на заметку всем, кто любит путешествовать. Каждая велопоездка, ну, по крайней мере, у нас, это как своеобразное маленькое путешествие. Мы выбираем заранее маршрут. Опять же, стараемся ездить там, где еще ни разу не ездили. Из полезного мы также изучаем окрестности, потому что вокруг дома порой много очень интересных мест. И вы даже не знаете, что они здесь есть. Вот даже вот эта лесная дорога. Я никогда по ней не ездил, еду впервые. И мне интересно. Такая красота. Поле ржи встретилось нам на пути. Несемся навстречу приключениям. А иногда велопутешествия приводят нас вот такие вот красивые места. Купель. Святая. Амвросий Оптинский. Ох, какая холодная водичка, ребята. Пришел, будь человеком, уходи, будь человеком. О, смотрите, какое интересное. Какое замечательное место. Вот так, я здесь уже как-то раз был, ножки мочил. Попробую сделать это еще раз. О, какая холодная вода, уважаемые. О, боже. Да. Да уж. Вот это да.
забываем грехи. Я вот побоялся в купель лезть, а кое-кто не побоялся. Ну как вам? Вода ледяная. И я решился в эту ледяную воду окунуться, ибо я грешен, а грехи надо как-то снимать. Надеюсь, сработает. О, господи! Боже ты мой! Вот теперь точно я новый человек, совсем другой. О, вот это круто! Инспектор пляж, это здоровье. Такие они плюсы поездок на велосипедах. Очень надеюсь, уважаемые, мое видео вам понравилось. Рассчитываю на ваши лайки, подписку. Смотрите старые ролики, новые ролики. Увидимся. Всем пока, друзья. До скорых встреч. И катайтесь на велосипедах.